пригостити відвідувачів центру дозвілля «Шепка». Просимо голосовим мати свій мобільний телефон, а також підтримувати чистоту і порядок в залі. Адже культура починається з кожного з нас. Дякуємо за розуміння і бажаємо вам приємного вечора. Yeah.
Здравствуйте. А вы кто? Здравствуйте. Я Звездочет. Веду тщательный подсчет всех погаснувших и появившихся звезд. О, замечательно. Уважаемый Звездочет, присаживайтесь в зал вместе с нашими гостями. У вас сегодня будет много работы. А мы начинаем наш праздник. Виват одаренность! Всем-всем добрый день! Всем-всем лучезарных улыбок и хорошего настроения! Потому что сегодня действительно добрый день! День защиты детей! Вот и снова лето! Первый день июня, солнышком согрето расцвела петунья, покружил над ней ветерок-проказник и потом скорее полетел на праздник! Живет на всей планете народ веселый, дети. И эта планета на все времена была, есть и будет всего лишь одна. 1 июня – это первый день лета, который совпадает с первым днем школьных летних каникул. Это день, когда никому из детей не будет отказано в покупке мороженого и сладостей. Это день, когда выстраиваются очереди на аттракционы в парках. Это день, когда асфальт разрисован разноцветными мелками. Это день, когда мы дарим улыбки миру. Сегодня мы не просто поздравляем наших детей с этим прекрасным праздником. Сегодня мы отмечаем самых талантливых жителей нашего города. Мы рады приветствовать сегодня юных призеров олимпиад и конкурсов, юных чемпионов, спортсменов, певцов и танцоров. Приветствовать самых одаренных, самых талантливых, самых сильных. Тех, кто проявил себя в учебе, раскрыл свою одаренность в спорте, в творчестве, с лучшей стороны показал себя на олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и с достоинством представили наш город. А также учителей, тренеров, художественных руководителей, родителей, которые воспитывают и поддерживают юные таланты. Новые звезды на небосклоне нашего города. Премия городского головы ожидает вас. Сегодня на нашем празднике присутствуют почетные гости. Дорогие ребята, с вашим самым желанным праздником вас пришел поздравить городской голова Тарелкин Виталий Викторович. Виталий Викторович, мы приглашаем вас на сцену. Наше прекрасное будущее. Добрый день, наши дорогие детки. Добрый день, уважаемые родители, бабушки, дедушки, дорогие терновчане, добрый день. Действительно, сегодня радостный, прекрасный день. И вот, когда выходишь на сцену и посмотрев в зал, посмотрев немножко выступление, сразу душа набирает вот такого позитива, теплоты, где-то окунаешься в детство, вспоминаешь лучшие годы жизни. И радостно то, что именно 1 июня, день защиты детей, мы проводим вот такие мероприятия, подводим черту, подводим итоги конкурса «Виват одаренность». Подводим вот тут, наверное, многолетний труд преподавателей, труд воспитателей, труд родителей. И, наверное, каждый сегодня в этом зале, независимо от возраста, ждет, что номинация, в которую он старался быть лучшим, его дождалась, и на этой сцене он сегодня будет награжден. Вы знаете, мы всегда заряжаем в нашем городе вот таким позитивом, когда мы проводим любые мероприятия с нашими детьми. И глядя на то, что с каким упорством они идут к достижению целей, нет тени сомнений в том, что у нас есть будущее, потому что будущее – это наши дети. И мы живем сегодня именно для того, чтобы вкладывать в свое сердце, свои знания, всю свою энергию наших детей, наших внуков, думая о том, что вот тем самым
мы сделаем нашу жизнь лучше, и они наше будущее доставят нам удовольствие в будущем, живя в нормальном, там, правовом, хорошем государстве, поскольку мы передадим бразды правления именно тем, которые находятся сегодня в этом зале. Время летит очень быстро, и вот они сегодня передо мной, еще школьники, но уже с таким задором, с таким оптимизмом, уже с элементом знаний, накопленного опыта, наверное, еще не жизненно, но уже получено от своих родителей, от преподавателей, показывают свои таланты уже на этой сцене. И не только на сцене нашего центра досуга Терновка, наши сегодня учащиеся представляют наш город и на других сценах, областных и украинских, где являются победителями. И мне очень приятно знать о том, что наши дети несут с гордостью флаг нашего города, шахтерского города, за пределами нашей территории. Я бы хотел сказать слова огромной благодарности нашим преподавателям, воспитателям, нашим тренерам, сказать слова благодарности родителям за то, что вот вкладывают в наших детей вот такой позитив, вот эту положительную энергию, счастье, улыбки. И я хочу вот в этот именно день защиты детей, к великому сожалению, мы имеем сегодня в нашем государстве очень много деток, которые не имеют родителей. Мы имеем такой негатив, когда детей или родители лишают их прав, когда дети остаются при живых родителях, остаются сиротами. И наша задача взрослых – отдать всю нашу любовь, всю нашу теплоту нашим детям, всем без исключения, потому что это то, для чего мы с вами сегодня живем, именно взрослые. Хочу пожелать нашим деткам, всем без исключения терновчанам, чтобы прекрасно провели летние каникулы. Пусть немножко пасмурно сегодня, в первый день лета. Поверьте, что скоро солнышко выглянет. Вы хотите, чтобы отдохнули, набрали сил, чтобы все ваши дни, ваши каникулы были освещены солнцем, улыбками, весельем, вниманием взрослым, чтобы вы набрались вот той энергии, чтобы вступить в очередной этап вашей жизни. Всем вам, дорогие мои, успехов детям, ну а нам, родителям, что терпение жизненных вот таких поменьше потрясений, побольше правильных солнечных дней. Для нас в первую очередь. С праздником лета, с праздником Дня защиты детей и с праздником номинации «Иван Одаренность». Всем удачи! Театрального кружка «Мир» детского театра, школы номер 4, руководитель Кошарова Александра.
4 Б-класса школы номер 7. Башковская Татьяна Михайловна.
школы номер 7. Вот такое ощущение, как будто ты под такую музыку где-то вручаешь премию «Оскара». И вот аж сам так немножко разволновался. Действительно, знаете, вот, ну, непередаваемое ощущение внутри. Какая-то вот сумма мыслей, но огромная-огромная вот гордость за наших детей, за то, что они уже сегодня являются личностями. И, повторяю, нет тени сомнений, что они никогда не пойдут на другой путь. У них путь выбран, избран с самого, наверное, детства. И они будут прославлять нас, вас, нашу страну, на весь мир. Спасибо всем. Росточек прорвется, а огромную глыбу асфальта пробив. У нас талантливые дети. Наверное, в папу, или в мать, или в обоих. Споры эти не нам сейчас перетирать. У нас талантливые дети. Здесь мысль конечная видна. И потому, и вслед за этим, у нас талантлива страна. На сцене самые талантливые дети нашего города. Чтобы счастливее летели года, нужно на танцы ходить иногда. Музыка манит и сердце поет, в мире без танцев никто не живет. На сцене лауреат первой премии в номинации «Хореографическое искусство» танцевальный коллектив «Андре. Танец Мадагаскар». Get it, get it.
mean that that is played up in game. I see the price of the moon, the dice come off the sights. From the point of night, the music takes control. Your heart is so full, your body is free and the whole. Dance for you can't dance, for you can't dance no more. Get on the floor and get the floor. Come back and upside down, you see now. Let me see you move.
жовтий плавив юля, другої мої спомнення чи з ними заходом вісни, чи так сильно зору не забуває. Швидко бігати. Ти що, хочеш позбавити мене цього звання? Геть звідси! Хлопчик засмутився та звернувся до слона. Слонику, ти такий великий! Навчи мене, будь ласка, бути таким же великим, як і ти. Але слон засміявся. Ти ж людина, ніколи люди не будуть такими великими, як ми, слони. Хлопчик знову засмутився та звернувся до своєї самої найкращої подружки Аліси-переможниці. Її так звали, тому що вона завжди перемагала в усіх змаганнях. Та Аліса порадила хлопчику намалювати всіх тварин, які мають гарні здібності. Він намалював черепаху, яка живе 200 років, медузу, яка ніколи не помирає, та верблюда, який може 2-3 місяці протриматися без води та їжі. Та Аліса побачила, що хлопчик дуже гарно малює, та дала йому ім'я художник Олександр. Так у хлопчика і з'явилося своє ім'я. Дякую за увагу. Победитель в номинации «Искусство слова», лауреат третьей премии «Бабичева Анна», авторское стихотворение. Рідна мова. Спитай мене про мову українську. Спитай, чому вона така прекрасна? А чи вона до мого серця близько? А з вуст моїх вона лунає часто? Спитай, чи вона лється моїм краєм? Спитай моє відношення до неї. Я розповім тобі усе, що знаю. Я проведу тебе в думок своїх музеїв. І намагаючись цю мову описати, я розгублюсь, як завжди, знову не знатиму, що їй сказати, яке найкраще підібрати слово. Коли закінчиться моя остання спроба, нитки думок
зав'яжуться канати, я зрозумію, що не маю змоги, бо коли любиш, неможливо описати. Хороше настроєння вам подарить лауреати второї премії в номінації «Музикальне іскусство» ансамбль скрипачей «Волшебні скрипки» «Вальс цвітов» Чайковський. Thank you.
На орбиту сцены поднимается лауреат первой премии в номинации «Искусство слова» Бантремеева Кристина. Жаб'яче царство. Жаби сильно збунтувались, ква, гукають ква. Ми найгірше, ніж інші, дайте нам царя. Бог колоду їм дубову кинув із-за хмар. Перестаньте горло дерти, ось вам буде цар. Та недовго, тихо, мирно жаби прожили. На царя свого стрибати кляті почали. Це ж не цар, кричать гумливо, а якийсь бован. Ми бажаємо, щоб над нами був великий пан. Доки будете морочить голову мою, крикнув Бог із пересердя, кинув їм змію. І тепер у тім болоті тиш і благодать. Царневі голянки добре вміє затикать. Досить жабі тільки квакнуть, тут їй і кінець. Ви чекаєте моралі, та нехай їй грець. Тут мораль таку лукаву доточив Есоп, що не хочу я за неї підставляти лоб. На сцені клубу хроматичного рок-н-рола «Ніка» танець «Леді Малыши». Пійдемо ми і купимо, і почнете краще. В магазин у другий
знову і знайшли нарешті хустку до похову. Як спитали, скільки, як узнали ціну, то надулась Олька і скривіла міну. Я піти не можу на такі витрати, бо мадиски саме шиють два халати. Я тим більш не можу, кинула Парася, бо якраз гітара синові знайшлася. Довели їй чвару до такої точки, що при цій покупці посварились дочки. Обіцявши мамі дарувати хустку, складчину купили у горошок блузку. Потім для матусі сивого голубки пхало корзину дві потерті юбки. Провели в дорогу, дбаючи так само, бережіть здоров'я, приїжджайте, мамо. Як до вас прибудем літом у відпустку, то тоді вже, може, привеземо хустку. На сцені «Звездное созвездие», театр-студія «Золотой ключик», лауреати второй премії в номінації «Театральне искусство», отривок із сказки «У солнышка в гостях». Thank you.
разбудила сорока белый хвостик. Это я тебя разбудила, утка серые крылышки. Это я тебя разбудил, ежик колючая спинка. Это я тебя разбудила, улитка. И что же вам нужно от меня? Нам так грустно без тебя. У нас на земле все время дожди льют. А с тобой так весело. Нам тебя так не хватает. Пожалуйста, солнышко, вернись опять на небо. Вернись, вернись, вернись. И вправду, что это я все сплю? Договорились мы с дождем, что напоить землю, пока я отдохну. А потом я согрею поля и леса, реки и озера, травы и цветы. Да, видно, дождю так понравилось по земле гулять, что он и забыл меня разбудить. Ну что ж, спасибо вам, друзья, что вы пришли ко мне в гости, хотя дорога сюда трудна и опасна. Пожалуйста, солнышко, оставайся с нами. Хорошо, хорошо. Bye.
звезда. Спасибо, дорогой звездочет. Дорогие лауреаты, самые яркие звезды нашего города. Мы приглашаем вас еще раз подняться на сцену под наши бурные аплодисменты.
Міжнародний день захисту дітей мав своє продовження у дитячому парку. У вечірній програмі «Фестиваль дворових ігор» представили малечі та юним тернівчанам Центр дитячої творчості «Шахтар», молодіжна організація «Мир» та група «Милосердя» храму Іоанна Богослова при підтримці міського голови та народного депутата України Артура Мартовицького. Захоплюючі ігри згуртували усіх цей вечір, що були присутні у парку, і дітей, і їх батьків. Юным жителям города привет! Ребят, мы надеемся, что вас погода не пугает, и сейчас придет к нам еще больше людей, потому что сегодня в честь праздника, в честь Дня защиты детей для вас впервые в нашем городе фестиваль дворовых игр. Давайте друг другу похлопаем! Знаете, всем взрослым нашего города очень хотелось бы, чтобы вы росли здоровыми, счастливыми, веселыми. Но чтобы быть здоровыми, все лето нужно проводить на улице, нужно как можно больше играть в игры, нужно ходить на речку, нужно ходить в лес, нужно развлекаться. Тогда точно вы у нас будете самыми здоровыми и самыми крепкими. И сегодня для вас первый городской фестиваль дворовых игр! Для вас этот фестиваль приготовили отдел культуры, студия праздников Юлии Королевой, а также все это произошло у нас, случилось при поддержке городского головы Виталия Викторовича Тарелкина, а также народного депутата Украины Мартовицкого Артура Владимировича. Ну и, конечно же, ни одно мероприятие в нашем городе, в нашем детском парке не проходит без центра досуга «Шахтер». Мы вам очень благодарны. Ну и, конечно же, на игровых точках сегодня для вас работает самая добрая, самая заботливая организация «Милосердия». Давайте мы их поприветствуем. Также для вас сегодня студия праздников «Праздничное настроение». Давайте мы их поприветствуем. Молодежная инициатива «Ринформ». Молодые активные ребята, которые за здоровый образ жизни. Ну и, конечно же, самые веселые мамы города, студенты, школьники, жители города. И, конечно, студия звукозаписи «Саундворкс». Давайте мы всех-всех-всех поприветствуем. Сегодня на территории всего детского парка будут работать разные игровые точки. На этих игровых точках люди, которые стоят за моей спиной, будут учить вас тем играм, которые вы можете поиграть в вашем дворе и с вашими друзьями. Итак, для всех юных жителей города работают такие игровые точки. Активные игры с мячом. Итак, посмотрите, кто для вас проводит. Давайте поприветствуем. Это игра «Квадрат», игра «Выбивной», «Горячая картошка», «Собачки». Это все будет проходить газон возле аттракциона «Ромашка». Зелененький газончик, чтобы вам было там комфортно. Активные без реквизитные игры, такие как «Гуси-лебеди», «Салки-догонялки», «Цепи-цепи, раскуйте нас», «Тише едешь, дальше будешь», «Светофор», где у нас ребята... будет возле малой сцены, там, где раньше у нас было кафе «Грот». Итак, следующая игра, следующая точка – прятки. Поднимите руку, кто любит играть в прятки? О, в прятки вы сможете поиграть. Замечательной дамой, которую зовут Инга. И в прятки вы будете играть там, где у нас горки и башни, потому что это единственное место, где вам нужно спрятаться от родителей. Инга вас научит, как это правильно делать. Следующая точка – это классики. Итак, наша молодежная инициатива «Реформ Леночка». Классики у нас будут вот на вот этой вот аллейке. Они уже начерчены. Так что, девчонки, желающие попрыгать в классики, мы вас приглашаем именно сюда. Следующая точка – это прыгательные игры. Итак, заяц, волк, резиночки, слон, игры для мальчиков. Это газон возле большого батута. Итак, если есть желание попрыгать, то подходит к нашему Мише. Следующая точка – это показательные игры, театральные. День, ночь, море, волнуйся, раз, крокодил. Студия праздника «Праздничное настроение». Это все будет проходить в елочках напротив горки. Там лавочки. Хотелось бы вам сказать, что там тенек. Но у нас сегодня тенек везде. Итак, показательные игры у нас в елочках напротив парка, напротив горок. Игры на лавочке. Такие как съедобное, несъедобное, сабджели, села корова и многое другое.
девчонкам, они с удовольствием вам покажут и научат вас этим играм. Следующая точка – это игры за партой. Их найти не очень сложно, вот они стоят парты. Это те игры, в которые вы можете поиграть в школе на перемене. Крестики, нолики, морской бой, ну и что-то там посложнее. Итак, девчонки, готовы? Никого не забыть? Итак, ну а для тех ребят, которые выучат все игры, мы вас приглашаем к нашей сцене, потому что тут для вас будут танцевальные игры. И мы с вами сможем потанцевать. Фестиваль первый городской дворовых игр объявляется открытым! Мы вас всех приглашаем на игровые точки. Lo mir singen Kinder lacha zemer und zusammen an negen dulla freilichen mit werta lach was kramen die mami kocht a lockschen supp mit kasche in mit knedler kinder jont if pieren wel mir spielen sich im dreidler chirbim chirbom chirbim bom 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 chirbim chirbom chirbim bom 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 Chiri biri 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 bim bom bom. Chiri biri 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 bom. Chiri bim bom 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 bom. Amul ist unser Revenue gegangen hinter Wegen. Mit Amul hebt uns die Pluchen in Gießen a Regen. Schreit der Rebbe zu der Chmarre her auf Gießen Wasser. Sehnen alle, ich sieh den Tricken a Reus, nur der Rebbe so Reus a Nasser. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribiri, biri, 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 bim, bom, bom. Chiribiri, biri, 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 bom, chiribim, bom, 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 bom. Men sucht das in den Städtelchel im Leben nur nach Runen. Und wir sehen in die Kliege, haben wir a schönen Punen. Die Chelmer lachen, tugen nachts, in Loch ist die Gaslunen. Nu sucht sie, wer ist narisch, in der Sehnen dich achunen. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribiri biri 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 bim bom bom. Chiribiri biri 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 bom. Chiribim bom 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 bom. Bim bom. Приглашаем вас. Вы не волнуйтесь, взрослые, пожалуйста, за нас.
остров детства в облаках, где Питер Пен с волшебной феей нам не ведом страх. Мы массу впечатлений обещаем привести. Скажите нам, пожалуйста, счастливого пути. Мужа мой.
каждый день кино. Где также ночи синей струится лунный свет, но нам с тобой отныне туда дороги нет. И зимой, и летом небывалых ждать чудес. Будет детство где-то, но не здесь. Таким же, как и я. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет.